Привет. Итак, всем привет, с вами Супер. Сегодня мне выпал супер магический сундук, и я просто в шоке. Это вроде как мой второй раз или третий раз, не знаю, выпадает мне супер магический сундук. Вот. Значит, смотрите, вот сам он сколько там. Так, его что, убрали, что ли? Да, его, походу, убрали. И добавили вот эти, значит, новые сундучки. Вот, они, конечно, не будут вам выпадать, их надо покупать. Но вот эти сундуки прошлые, когда надо было покупать за донат, вроде как он стоил, если не ошибаюсь, то ли 1000, то ли 2000. Ну, короче, не помню, здесь будет скриншот, сколько он стоил гемов. Вот, ну, я не знаю, вроде, может, 5000 гемов он стоил. Короче, он очень дорогой, самый дорогой сундук в Clash Royale. Вот, он сейчас заменился на легендарный вот сундук короля. Вот. Выбор 7 карт, там, значит, меняйте карты. Ну, типа, тот же сундук, как в сундук вы с выбором карт, вот. Окей. Ну, я не знаю, может быть, потом его откроем, когда у меня он откроется. Я хотел просто сказать, что он мне выпал, да? Вот. Ну, для вас это будет долго, но для меня это будет 5 секунд, вот. Для вас будет 5 секунд, а для меня будет долго. Вот. Ну, давайте потом его откроем. И так мы будем открывать. Ну, открываем, давайте посмотрим, что нам выпадет. Легендарка нам выпала. Мне интересно, какая. Ну, ледяной маг, окей. Еще две штуки, и у нас будет третьего уровня. Окей, сейчас подкопим. 4 часа я подожду. Вот. А для вас это будет 1 секунда. Йоу, итак, значит, ну, что сказать. Я записывал видеоролик, значит, это я уже поверх говорю. Снимал в школе, да, и, видите, я открываю здесь, а там в заднем фоне играют в баскетбол. Да-да, когда все играют в баскетбол, я играю в Clash Royale. Так, выпал мне королевский там король, что ли, призрак, да, королевский призрак, вот. Да, все, да, я открыла супер магический, и сейчас пойду скриншоты. Так, огромный сундук, что мне выпало, магический, двойной сундук, магический, еще с тройным там испытанием, эликсиром. И будем сейчас заканчивать на ледяном маге, то есть что-то у меня видео выключилось, звук, запись аудио. Ну ладно, впервые на самом деле так делаю, но это прикольно, в принципе, поверх снимать. Вот, ладно, короче, на этом я буду прощаться. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Вот, потому что ваша поддержка... мои старания. Пока-пока.